Два дня в Ненецком округе, которые выдались на удивление теплыми и солнечными, работала официальная делегация Новгородской области во главе с губернатором Андреем Никитиным. В рамках официального визита между регионами было подписано соглашение о сотрудничестве. Глава Новгородской области Андрей Никитин впервые на Ненецкой земле. Хотя можно отметить, что между Печорским краем и Новгородчиной давние отношения. Именно новгородские дружины и новгородские купцы еще несколько веков назад активно принимали участие в освоении северных территорий и основании первого города за полярным кругом – городища Пустозерск. Сегодня перед подписанием соглашения о сотрудничестве между субъектами Российской Федерации Северо-Западного федерального округа главы Ненецкого автономного округа и Новгородской области провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили грани взаимодействия регионов в различных сферах деятельности. Накануне Александр Цыбульский представил своему коллеге достопримечательности окружной столицы. Они прогулялись по улицам Наринмара. Большое впечатление на Андрея Никитина произвела архитектурная подсветка основных зданий в центре Наринмара. Этот проект был реализован в окружной столице в прошлом году. Как отметил губернатор округа, для северян он имеет особое значение. И для нас, вот для людей, половина года живущих в условиях полярной ночи, в общем, когда большую часть суток темно, это крайне важно. Делегация Новгородской области отметила также темпы и качество благоустройства Наринмара. В Новгороде этим вопросам уделяет самое пристальное внимание. Глава Ненецкого округа, в свою очередь, напомнил коллеге период его работы в агентстве стратегических инициатив. Именно тогда никто иной, как Андрей Никитин, расставлял на федеральном уровне перед регионами акценты по формированию комфортной среды. Действительно, такая среда в настоящее время активно развивается в регионе. В этом году в городе ведем очень масштабную работу по благоустройству. У нас больше 24 объектов. Вот часть я вам вчера показал, которые строятся. У нас в этом году будет почти 24 объекта, которые мы хотим благоустроить. То есть в этом смысле с каждым годом хотим, чтобы облик города преображался. И с каждым годом мы, что называется, учимся делать качественное благоустройство. И с каждым годом стараемся увеличивать бюджет именно на это направление. По окончанию личной двухсторонней встречи руководители регионов в зале официальных мероприятий Дворца культуры «Арктика» в присутствии официальной делегации Новгородской области и представителей исполнительной и законодательной власти НАО поставили свои подписи под соглашением о сотрудничестве. Соглашение подписано. Администрация Ненецкого округа и правительство Новгородской области договорились содействовать развитию межрегиональной экономической интеграции и укреплению связей в таких сферах, как транспорт, информационные коммуникации, промышленность, агропромышленный комплекс, торговля и услуги, архитектура и строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство городских территорий, здравоохранение, образование, наука, культура, туризм и спорт, охрана окружающей среды, семейная и молодежная политика. Пожалуй, одним из самых привлекательных для Северного округа направлений станет сотрудничество в строительстве жилья для переселенцев из районов Крайнего Севера в благоприятные регионы страны. Важным аспектом нашего взаимодействия, которое мы обсуждали с Андреем Сергеевичем, это перспективы решения жилищных вопросов. Я не раз вам говорил о своей позиции в этой части. Вы знаете, что территории Крайнего Севера территории особенные. На территории Крайнего Севера есть право граждан, которое закреплено законодательством, иметь возможность через определенный срок переехать в более благоприятные климатические условия. И это не наше с вами желание кого-то переселить, это не желание оставить территорию без населения. Это право, которое закреплено законом. И я хочу сказать, что в Ненецком автономном округе на сегодняшний день порядка 2000 семей уже десятилетиями стоят в ожидании реализации этого положенного им по закону права. На территории Ненецкого округа нет своих высших учебных заведений, поэтому интересным проектом для региона станет и сотрудничество в сфере образования. При Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого работает Институт сельского хозяйства и недропользования. Подготовка специалистов в этой сфере крайне важна для нашего региона. В том числе подготовка специалистов для традиционной отрасли хозяйствования коренных малочисленных народов Севера – оленеводства. У нас есть огромный потенциал. Я знаю, что в Новгородском госуниверситете имени Ярослава Мудрого входит Институт сельского хозяйства и природных ресурсов. Это, по сути, то, что для нас с вами является основой экономики. Это недропользование, и это сельское хозяйство, в частности, оленеводство. Про оленеводство скажу чуть позже, что бы я предложил. Вот мне кажется, нам у вас в университете действует кафедра экологии, географии и природопользования. Это с учетом тех планов по расширению своей деятельности компании недропользователей на территории Ненецкого округа.
Нам крайне важно, чтобы наши жители получали востребованные на нашей территории нашего региона профессии. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин заверил коллегу, что уже в следующем учебном году абитуриенты НАУ смогут поступать в высшие учебные заведения Новгородской области непосредственно в округе. Здесь будет организован университетский консультационный центр. В ближайшее время все организационные вопросы будут проработаны с представителями департамента образования. В составе делегации Новгородской области в Ненецком округе побывал и мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин. По линии развития муниципальных отношений в эти дни в Наринмаре также прошло немало мероприятий, о которых мы расскажем в завтрашнем выпуске новостей. Любовь Пермякова, Ольга Малыгина, Владислав Носкин, телеканал «Север».